Дорогие друзья, дорогие коллеги, мы продолжаем серию вебинаров, которые назвали «Цифровая онкология». Эти вебинары мы проводим для того, чтобы самые современные инновационные подходы в цифровых технологиях, которые внедряются в медицину, стали более понятными и более доступны для врачей. Много у нас на территории Российской Федерации в последнее время стало появляться новостей, связанных с искусственным интеллектом. Огромное количество каких-то там достижений, настоящих или ненастоящих. Действительно, вот пока начинался вебинар, мы обсуждали, что и рентгенологи переживали, что будут какие-то проблемы с работой. Но вот пока фигурирует это слово в информационном пространстве, это слово «искусственный интеллект», этих два слова, особо ничего не поменялось в жизни обычных врачей. Но мы слышали, что есть такой проект, да и многие из вас слышали, Боткин АИ, да, который, ну, значительно меняет картину первичной диагностики, и в том числе онкологических заболеваний. Поэтому мы попросили от этой компании прислать самого известного, самого яркого спикера. И сегодня у нас в студии Гукина Юлия Александровна, руководитель направления ключевых проектов ООО «Интерлоджик» или «Боткин АИ». А почему Москва? В Петербурге были. Мы Питер, Москва, он же резидент из Сколково. На налогах же надо экономить. Ну ладно, хорошо. Это другая передача уже будет. Так, и чтобы разобраться со стороны рентгенологов и лучевых диагностов, мы попросили Льва Николаевича Шевкунова тоже поприсутствовать в нашей студии. Это заведующий отделением лучевой диагностики МИЦ онкологии имени Петрова. И в планах наших в процессе обсуждения понять, насколько, например, продукт Боткин АИ может помочь рентгенологам. И в конце скажу, как мы, если нам это все будет понятным, да, как мы предложим Боткин АИ протестировать их систему в нашей практике. У нас есть простая достаточно программа. Юлия Александровна начинает. У нее 20 минут. Потом у нас вопросы и ответы. Поехали. Поехали. Всем добрый день. Рада, собственно говоря, быть здесь, наверное, в одном из самых титулованных учреждений страны. Прежде чем перейду к презентации, хочу сначала сказать такое вступительное слово. Вокруг искусственного интеллекта в последние годы идет огромное количество каких-то политических информационных спекуляций. Все, значит, рентгенологи, как уже там чуть ли не собирали шмотки, манатки и бежали переучиваться на хирургов, но я здесь скажу мнение не только свое, но и всей нашей команды, что все это утопия, искусственный интеллект рентгенологов не заменит, и в его задачи этого в принципе не может входить. Пару недель назад в нашем корпоративном блоге на VC как раз вышла статья моя о том, почему искусственный интеллект все-таки рентгенологов не заменит. Здесь скорее вопрос в том, когда и как он сможет преобразоваться в полноценную систему поддержки врачебных решений, во-первых, во-вторых, повысить эффективность общего рентгенологического процесса. В частности, сегодня буду стараться более так близко говорить, да, про онкологических пациентов, потому что там проблема, которую мы решаем, проявляется наиболее явно. Сначала несколько слов о компании. Мы были первой российской компанией, которая получила регистрацию в качестве медицинского изделия. После этого фактически мы открыли дорогу многим другим компаниям, которые занимаются сейчас похожим бизнесом. Мы показали лучший в мире результат по детекции признаков рака легкого. В мире это не наша фантазия, мы проводили тесты за рубежом, сравнивали с лучшими европейскими и американскими решениями. И на данный момент мы видим, что, к примеру, наш проект по ретроспективному анализу КТ легких, которые были проведены пациентам по поводу новой коронавирусной инфекции, показывает, что ретроспективный анализ позволяет в автоматическом режиме выявлять те исследования, на которых с достаточной степенью вероятности была пропущена ранняя стадия онкологии, ну или как минимум подозрение на нее. Таким образом, мы можем улучшать маршрутизацию пациентов и автоматически пересматривать те компьютерные томографии, на которых есть подозрения, потому что в ручном режиме, ну, там, мир сделал почти 200 миллионов КТ. Учитывая, что пока, значит, рентгенологам говорили, что они скоро будут не нужны, сейчас мировая нехватка порядка 20%. Если
ну, по нашим подсчетам, через 4-5 лет при таком росте исследований она будет составлять уже почти 40. Поэтому, в общем, надо не сворачивать шмотки, а наоборот идти учиться на рентгенологов. Перспектив явно больше. Возможности платформы, которые есть честные у нас сейчас, это КТ грудной клетки, самая старая модель, которая у нас уже наиболее качественно работает и проверенная не только на пилотных, но и на коммерческих проектах. В КТ грудной клетки мы определяем не только онкологические процессы, но и ряд других серьезных патологий, которые там тоже зачастую могут быть пропущены на этапе особенно первичной диагностики. Цифровой рентген, синдром затемнения в легких, вообще на практике используется эта модель чаще для того, чтобы понять, нужно ли маршрутизировать пациента на дальнейшее КТ и исследования, есть ли какие-то вообще подозрения. КТ головного мозга сейчас у нас эта модель в работе. Мы ее будем пилотировать совместно с региональными сосудистыми центрами. И маммография, модель практически, скажем так, готовая. У нее сейчас точность определения 86%, по КТ грудной клетки 97,6%. То есть мы доучиваем модель. Я предполагаю, что в течение полугода она уже будет готова, и у нас сейчас есть пилотные проекты в регионах по как раз тестированию нашей маммографической модели. В чем, собственно говоря, преимущество платформы? Я постараюсь здесь скорее более практично. Вот, ну, сейчас все представляют, какой ад творится по поводу коронавируса и что происходит в учреждениях скоропомощных. Значит, сидит рентгенолог, который фактически сутки без сна смотрит в эти компьютерные томографии. В любом случае срабатывает, к примеру, режим фокуса, потому что ему нужно диагностировать, есть или нет коронавирус, ну, там, да, есть ли или нет поражения в легких, которые свойственны данной вирусной инфекции, и дать какую-то информацию клиницисту. Они физически и по времени не могут качественно пересматривать исследования. Это приводит к тому, что повышается риск пропуска патологий. Особенно это касается онкологии, особенно на ранней стадии, потому что очень часто, особенно молодые рентгенологи, даже не обращают внимания на какие-то специфические признаки. Черно-белые изображения КТ, соответственно, через 3-4 часа внимание уже притупляется, и анализировать их становится очень сложно. Что делает система? Система, во-первых, позволяет снизить нагрузку за счет того, что она делает автоматическую разметку и подсвечивает те специфические вещи, на которые нужно обратить внимание. Как следствие, снижается риск пропуска патологии. Во-вторых, есть возможность организации удаленного описания исследований. Это очень важно с точки зрения вообще медицинской инфраструктуры. То есть если мы берем какое-то региональное учреждение здравоохранения, скоропомощная больница на 150 коек, у нее есть аппарат КТ, есть молодой рентгенолог первого года, ему нужна помощь. В этом случае система позволяет эффективно сделать автоматическую разметку и маршрутизировать данные исследования на центр, который может с более высоким уровнем качества сделать расшифровку. Это помощь в консультациях и консилиумах. Мы как раз сейчас идем больше в сторону телерадиологии, где искусственный интеллект будет лишь некой частью, да, как говорим, вишенкой на торте. Но по сути возможность подготовки автоматической разметки и подсветки патологических зон, она позволяет с высокой степенью эффективности также и сортировать исследования. То есть хотя бы становится понятно, какие нужно пересматривать первыми. Это контроль качества диагностики. В России пока, наверное, он не очень будет двигаться, как нам кажется. В Европе и в США мы уже получили положительные отзывы. Это касается, собственно говоря, экспертизы, потому что врач-эксперт, который приходит, пересматривает историю болезни, он смотрит заключение, но он не профессиональный рентгенолог, но вряд ли он пойдет смотреть, пересматривать диск или запрашивать дополнительную экспертизу. То есть если исходно в заключении содержалась ошибка, то с высокой степенью вероятности она не будет найдена. Здесь у нас есть целый ряд целевых аудиторий. Во-первых, ну, для органов управления здравоохранением здесь все понятно. Это в первую очередь повышение выявляемости. Также мы увидели
достаточно высокий интерес со стороны фармацевтических компаний, которые используют решения для того, чтобы набирать качественные датасеты и вообще понимать, что, собственно говоря, реально-то происходит. Не на уровне просто какой-то статистики, да, а статистики, которые они получают фактически из первых рук. Для клиник и врачей это, ну, во-первых, увеличение пропускной способности рентгенологического отделения, во-вторых, это возможность, конечно, привлечения коммерческих бюджетов для реализации платных услуг, потому что зачастую частные клиники, в которых есть, к примеру, компьютерный томограф, в нем может быть, ну, скажем так, рентгенолог тоже там первого года с низким, ну, не с низким уровнем экспертизы, скажем так, да, но с экспертизой, когда человек не сталкивается в ежедневном режиме с разного рода патологиями, которые рентгенологи, к примеру, здесь видят фактически каждый день. И в этом случае система позволяет организовать процесс удаленного описания исследований и помогать коллегам, независимо от того, в каком регионе они находятся. Модели использования сейчас все, в общем-то, переходят на работу с обезличенными данными, мы уже перешли. То есть, когда исследование попадает в систему, оно автоматически деперсонализируется. Никаких данных пациента мы не держим, мы возвращаем его с тем же номером обратно в ПАКС-систему учреждения. Эта система облачная, перспектив этих систем для внутренних контуров практически нет. И дело в том, что они требуют огромного количества вычислительных мощностей, ну и тогда это нужно создавать здесь серверную комнату размеров такую, как будто вы здесь майнить собираетесь биткоины, поэтому все эти системы останутся, конечно, в облаках. Мы полностью соблюдаем законодательство Российской Федерации, соответственно, все сервера находятся облачные здесь, на территории РФ. И, во-вторых, это позволяет клиникам существенно экономить на поддержке информационной IT-системы, потому что фактически оплачивается только процесс обработки самих исследований и автоматической разметки. Также у нас существует свой вьюер. Некоторые рентгенологи его хотят, некоторые не очень хотят. Мы можем интегрироваться в существующие вьюеры, те, которые более привычны в клинике. Но плюс нашего вьюера еще также состоит в том, что он достаточно легкий, поэтому мы можем его переносить на носимые гаджеты. На телефоны нет, нам неудобно смотреть, но на планшеты. То есть если учреждение не имеет моноздания, да, как, к примеру, здесь, это удобно с точки зрения трансфера данных. То есть рентгенолог сделал описание, он может предварительную разметку, к примеру, или утвержденную разметку отправить, к примеру, хирургу. Потому что, я так предполагаю, хирурги все равно также пересматривают у вас КТ. Технологии, которые за этим кроются, это, во-первых, ну, сам искусственный интеллект, понятно, автообучающийся модуль. О нем уже и так много сказано. Для нас сейчас важно это, конечно, телерадиология и интеграция. То есть это, во-первых, возможность построения унифицированных отчетов, это маршрутизация исследований, это адекватная визуализация результатов анализа, в том числе для врачей-клиницистов. И интеграция с оборудованием, программным обеспечением. Мы сейчас ведем большой проект в Ямало-Ненецком автономном округе по предоставлению второго мнения по маммографиям. Мы там полностью интегрированы с РИС и забираем все маммографические исследования, которые проводятся в округе. Через систему отправляем их на пересмотр в партнерскую клинику в Москве, ну и, соответственно, возвращаем в ПАКС уже с заключением, которое подписывается электронной подписью врача-рентгенолога, который осуществляет валидацию второго пересмотра. Есть несколько вариантов использования систем, не только к нам сейчас относятся, но и искусственный интеллект в чистом виде. История на самом деле малоперспективная и не очень интересная для клиник в том числе. Валидация — это когда результат работы искусственного интеллекта используется как, ну, такое мнение третьего игрока. Валидация плюс искусственный интеллект — это система работы, когда проводится, к примеру, сначала второй пересмотр, оценивается врачом, потом дополнительно обрабатывается искусственным интеллектом. По такой модели мы, в частности, работаем в Египте. И вот последние данные я смотрела сегодня. У нас на 357 исследований, обработанных за неделю по проекту, мы выдали 56 подозрительных, подтвердилось врачом
47, из них 7 были пропущены на первом пересмотре. То есть отпустили пациента, выдав некорректное заключение, не увидели риск патологии. Ну и high workflow, так называемый, это крупные телерадиологические системы. Это если мы, условно говоря, хотим связать процесс валидации в Ямало-Ненецком автономном округе и в Петербурге. Новая модель организации сервиса с телерадиологии с помощью искусственного интеллекта, ну, в первую очередь, конечно, для повышения эффективности рентгенологов, во-вторых, для стопроцентного контроля качества изображений. Потому что физически пересмотреть каждое изображение, имеющее даже какие-то подозрения, невозможно руками врача, а вот приоритизировать и маршрутизировать это исследование в профильный центр, это выполнить можно. И, собственно говоря, на это сейчас наши системы и направлены, и все интерфейсы, которые мы дорабатываем, мы дорабатываем именно в сторону телерадиологического функционала. Мы сегодня уже работаем в 5 странах. Это не пилоты, это нормальные коммерческие проекты. Мы интегрированы с клиниками в Бразилии, в Египте. Сейчас у нас проходит интеграция в Казахстане. Мы выполнили большой проект по ретроспективному скринингу КТ ОГК в Нижнем Новгороде. Это как раз была идея забрать все КТ, которые делались по поводу коронавируса, и, соответственно, пересмотреть их на предмет, возможно, пропущенной онкологии. И в скором времени выйдет наша статья в Journal of Clinical Oncology. Мы пишем ее совместно с бразильской клиникой. Ориентировочный выход, наверное, будет запланирован на февраль. Там как раз будут результаты нашего пилотного эксперимента. Использовался дизайн был достаточно простой. Мы смотрим только с помощью искусственного интеллекта, возвращаем данные клиники. Клиника берет тот же датасет, смотрит только с помощью рентгенолога. То есть у нас получилось как раз на том исследовании также точность 97,8% по КТ ОГК. У меня все. Вау! Так, ну, Лев Николаевич, мы имеем кучу вопросов, я думаю, да, к Юле. С чего начнем? Ну, конечно, хотелось бы на практике попробовать эту систему для того, чтобы, ну, про нее какое-то представление иметь. Вот я начну, наверное, с вопросов, да, не с комментариев начать. Mm-hmm. Вот. Скажите, пожалуйста, а вы объем пораженной паренхимы при ковиде тоже считаете? Да. Правильно я понимаю? Да. Вот. Ну, здесь есть, надо понимать, ограничение, с которым мы столкнулись, когда пробовали делать ретроспективный проект по ковиду. Если поражение больше 50%, то искать искусственный интеллект дальше уже там ничего не может, не видит. Ну да. И второй вопрос, когда мы говорим о скрининге рака легкого, наверное, вопрос такой, насколько потом данные, которые выявили врачи и искусственный интеллект, да, там неважно, там по отдельности или вместе, вот, насколько они потом проверяются при дальнейшем биомедическом наблюдении, то есть действительно ли была операция, которая подтвердила или опровергла, то есть, ну, мы, рентгенологи, зачастую видим очаги, которые могут быть похожи, допустим, на маленький рачок легкого, да, но потом в ходе динамического наблюдения, там, через 2-3 недели переделаешь исследование и понимаешь, что этот рачок, он или исчез, или появились новые какие-то очаги отсева в нем, то есть он ведет себя совершенно по-другому, как воспалительное заболевание, да, и дальнейшее динамическое наблюдение или операция, если она выполняется, оно, ну, как бы подтверждает или опровергает эти мысли. Ну, здесь искусственный интеллект, понятно, не может со 100% точностью сказать, опа, это онкология, конечно, нет. Здесь скорее вопрос в том, что мы помогаем не пропускать этих пациентов, чтобы врач понимал, что, ага, подозрение есть, значит, его нужно отправить на динамическое наблюдение. Ведь у нас что происходит? Люди уходят из стационара, попал он там по скорой, неважно, даже просто с обычной пневмонией, там, всякого коронавируса. Происходит пропуск, и дальше он вообще ни под какое наблюдение не попадает. Мы как раз почему и смотрим в сторону, в том числе, телерадиологии и интеграции с РИС, чтобы эта информация о пациенте, она оставалась внутри системы, и дальше пациент мог быть адекватно проведен врачами, да, либо опровержение, либо подтверждение его диагноза. Ну, у меня вопросов нету. Если сейчас у... появится, я думаю. Да, я могу комментарий еще дать, если для этого уместно. И... Попозже, извините. Потому что у нас тут, ну, как мне рисуется, есть несколько вопросов, таких, ну, групп вопросов, вот медицинские, то, что Лев Николаевич задал, да. А меня интересует, ну, во-первых, классная презентация. Видно, что прям вы профессионально свой продукт знаете и хорошо его там рассказываете, доносите информацию. Это прям
вопросов нет, очень круто. Единственное, чего мне не хватило во время презентации, это то, что там рентгенологи устают, вот это вот такие, ну, это очевидно, но, наверное, есть же какие-то исследования по этому вопросу. Исследования есть, просто мы стараемся там в 20-минутных презентациях больше, да, посвятить продукту. Исследования, конечно, есть, но, во-первых, мы понимаем, что далеко не все ошибки попадают в статистику диагностические. Исследование, которое я последнее смотрел, говорит о том, что только в рентгенологии порядка 45 миллионов ошибок в год осуществляется в мире. Как они считаются? Перешлю статью специально, да, фуллапом. Устают? Нет. Есть исследования в области там, нейрофизиологии по возможности там, да, фокусирования внимания. То есть это мы все поднимали, но проблема в том, что мы сталкиваемся сейчас на пилотах с на самом деле ужасающей ситуацией в регионах. Потому что можно поднимать там научные статьи, но мы просто видим факты, что даже по тем проектам, которые мы реализовали, порядка 2,5-3% пациентов, они, ну, некоторые, к сожалению, уже даже не доживали до момента, когда их хотели уже вызвать. Так, я предлагаю оставить нашу дискуссию только в рамках прямо такой логики. Да, вот это все, это очень важные слова говорите, но, знаете, это случай. Да, мы можем тоже наверняка уже с нашими друзьями из Бразилии поговорить, они тоже могут какие-то случаи сказать. Да. Там, работать с вашим продуктом. Так, дорогие зрители, у нас есть возможность читать ваши вопросы, поэтому не стесняйтесь, присылайте, озвучим. И вот то, что Юля сказала, к настоящему эфиру будут, там, если необходимо, то эти статьи приложены как-то, да, мы приложим. Да. Да, потому что это же останется, так сказать, в истории след. Вот, это первое, то, что все-таки, наверное, как-то усталость человека, она уже действительно хорошо изучена, и можно точно предположить там, работу, ну, как водители, например, да, они за рулем там 2-3 часа, там надо им отдохнуть. То же самое, наверное, с рентгенологами. То есть, если свежий, хорошо обученный рентгенолог, это хорошо. Ну, в пределах 4 часов. 4 часа, окей, хорошо. А теперь вот, как определялась 96-процентная точность, да, и 86% точность. Как, вот, какая методология определения в таких продуктах точности? Значит, берется сначала эталонный датасет, на котором сделана вся разметка профессиональным рентгенологом. Uh-huh. Этот датасет дополнительно еще раз валидируется вторым рентгенологом. То есть на эталонном датасете мы понимаем, что там на самом деле в нем лежит. Это, как правило, не базовые, не простые исследования, потому что они неинтересны для обучения модели. Дальше модель на этом датасете начинает обучаться. И так происходит там. Ну, для обучения качественной модели нужно порядка 3000 таких очень разноплановых, заковыристых исследований. Можно 3000 срезов? Нет, или 3000 вообще. 3000 пациентов, да, которые там взяли, да, загрузили. И, да, и вот все, хорошо. 3000 это чтобы обучить. Значит, соответственно, по разметке, сделанной живым человеком, мы обучаем модель. Дальше, чтобы подтвердить, ну вот как в частности это было сделано в Бразилии, мы берем незнакомый нам датасет и через эту обученную модель его прокатываем. Что мы показываем? Скажи, пожалуйста, а 3000 это один человек должен посмотреть? Как вот, ну, валидация? У нас нет, да, но у нас... Один же человек не пересмотрит, не поверит. У нас большая сеть рентгенологов, мы, ну, платим, соответственно, за разметку. Есть специализированные компании в России уже в том числе, которые занимаются сборкой и разметкой датасетов. То есть можно, в принципе, купить готовый. В России это сложно. За рубежом, вот у нас сейчас есть партнеры из Нидерландов, у них очень большой объем датасетов, уже размеченных, валидированных. То есть, конечно, это делает не один человек. Мы привлекаем там порядка 30-40 рентгенологов вот в процессе обучения. А модели. Это сделано исследование из какого-то одного центра или это собрано из... Собрано из разных. То есть, у нас был опыт, мы, например, выполняли, как и ревью-центр для одного из клинических исследований. Да, и у нас был, ну, наш собственный жизненный опыт, это то, что присылают из одного центра, из другого, из третьего, и вообще по-разному люди снимают. То есть это, да, совершенно разная история. И мне вот интересно, как вот вы из этой ситуации выходили. 3000 исследований – это много. Сколько у нас исследований в год проходит? Порядок.
Ну, КТ где-то около 50 тысяч, я думаю. А, ну, то есть не так много. Это, да. Ну, то есть не так много, да? Больше 100 в день. Здесь есть два нюанса, да, которые все говорят, о, мы сейчас вам коробочное решение тут накрутим, и все у вас будет работать. Не будет. У нас зрители такие, что вот я коробочное решение только понял, что накрутим. Ну, приходит компания, он говорит, мы вам сейчас здесь все поставим, вот стандартное решение, и сейчас у вас все будет летать, все искусственный интеллект будет смотреть на ваших аппаратах КТ, и все будет хорошо. Не будет. Потому что для того, чтобы искусственный интеллект корректно работал и читал исследования вашего конкретного аппарата КТ, эта модель должна быть откалибрована на этот аппарат. Соответственно, для того, чтобы мы там приехали и поставили, да, какую-то систему, мы должны получить как минимум тренировочный датасет из 100 штук, чтобы мы могли его откалибровать. Потому что пример вот у нас египетского проекта стоит в том, что мы испытали колоссальные проблемы на работе с данными, потому что мы вообще не понимаем, по каким протоколам они проводят исследования. Потому что когда толщина среза и длина шага разная в одном исследовании, не может даже справиться искусственный интеллект. Ну да, поэтому мне кажется... Ну, я все-таки... Мы калибруемся с каждым аппаратом. Так, хорошо. Вот 3000 случаев у вас, да? Вот вы их там все там откалибровали, там самые там заслуженные рентгенологи их разметили. Вы это загрузили в искусственный интеллект, и как вы получили 96% там, или 86%? Это как? Значит, как правило, да, исследования, которые тренировочные, они содержат автоматом патологии, потому что нам нет смысла учить интеллект на пустом КТ, да, на нормальном. Соответственно, мы знаем, что в этих исследованиях там есть вот 100% патологических. Искусственный интеллект их обрабатывает, и мы смотрим, значит, мы получаем 97,6% положительных срабатываний, 97,6% на датасет. Смотрим положительные срабатывания, в них порядка 2,5-3% может быть ложноположительных, то есть которые потом при валидации рентгенологом не подтверждаются. Остальное искусственный интеллект либо не видит, либо вот эти там вот 1-1,5% это, ну, как бы те ситуации, когда патология была, а искусственный интеллект не сработал. То есть, да, это ни у кого нет 100% валидации на текущий момент. Здесь еще есть один нюанс, который создает вот эту ситуацию с там 1-1,5%. Можно задрать до бесконечности чувствительность, но тогда получается, что при анализе КТ мы показываем патологию там, где ее нет. Потому что нужно совместить чувствительность и специфичность. Вот при соотношении корректной чувствительности и специфичности мы показываем корректное исследование 97,6% с учетом ложноположительных срабатываний. Ну, в общем, в теории понятно, да. Как все-таки теперь осуществляется регистрация медицинских изделий? Это же клиническое исследование было, или это было исследование не клиническое? Об этом можем поговорить? Или... Мы можем об этом поговорить. Во-первых, мы не используем это как искусственный интеллект, как там финальное мнение, да, то есть он не несет с собой финальной диагностической функции. Заключение пишет живой врач-рентгенолог со своей подписью. Значит, что делалось? Проводится клиническая валидация, конечно, она проводится сначала с пилотными центрами. Готовится полный пакет документов, мы регистрировались как медицинское изделие. Прикладываются данные, ну, там есть разные классы, да, вот мы сейчас будем переходить на более высокий класс. Соответственно, да, сдаются разные данные. Разные классы медицинского изделия. Да, то есть в зависимости от того, какую функцию она несет, там, да, если мы просто работаем как СППВР, да, система там, поддержки врачебного решения, да. Это одно. Если мы хотим его в перспективе использовать, к примеру, как систему, которая будет отвечать, к примеру, за выставление третьего мнения, в частности, по вот, онкологическим пациентам, да, по скринингу, то тогда нам уже нужно будет получать класс 3. То есть, а вы сейчас в каком классе находитесь? Мы сейчас на двойке поданы. На двойку подана, это система поддержки. Ну, СППВР, да, единица у нас уже, как бы, она уже есть, на двойку. А единица что это? Эта система может быть использована в медицинских учреждениях, но только для поддержки врачебного решения. Так, ладно, хорошо, с этим мы разобрались. Это вы привлекали несколько исследовательских центров, я так понимаю, и там на них тестировали. Хорошо. Так, теперь там прозвучало такое слово «гибридный искусственный интеллект». Это что такое гибридный? Гибридный – это когда врач-рентгенолог плюс
искусственный интеллект, когда они работают вместе, потому что порознь или друг против друга – это все утопично. У нас уже это не первый вебинар по искусственному интеллекту, просто в этот раз мы не позвали с учетом лимита времени и некого другого концепта. По вебинарам наши коллеги из политех, такой профессор Зубаровский, вот он использует термин экзоинтеллект, да? Ну, это... как экзоскелет. Ну да, то есть это я так понимаю, что, в общем-то, искусственный интеллект, и мне этот термин как-то более понятен, но, то есть, по большому счету, не то, что это какой-то там искусственный интеллект, это какое-то, ну, дополнение к, да, правильно? Да. Гибридный интеллект, это, видимо, ну, то же самое в терминологии Зубаровского, гибридный. Так, а вот почему бразильская клиника? Так странно вообще звучит. Ну, какой-то российский проект, бразильская клиника. Мы делаем... Сразу вспоминается фильм один. У нас один из основных партнеров в России — AstraZeneca. И у AstraZeneca есть большой центр цифровых технологий. Он находится в Бразилии. И, в частности, AstraZeneca, одна из первых фармацевтических компаний в мире, начала поиск прицельных решений с искусственным интеллектом, которые позволяют работать как раз с КТ-ОГК. И в связи с тем, что они были заинтересованы в проведении клинических исследований в разных центрах, в том числе в разных по миру, чтобы получить более достоверную информацию, там, ну, разные выборки пациентов, разные условия жизни и так далее. Как раз мы попали, в общем-то, основным вендором в их проект и делаем сейчас с ними проект в Египте на 15 тысяч исследований. Сейчас вот будем запускать второй проект с их основным партнером в Бразилии. Ну, дали Бразилию, мы пошли в Бразилию. Ну, во-вторых, есть еще один важный нюанс. Это законодательные основы. Мы имеем CE-марк, то есть мы, в принципе, можем спокойно работать в Европе, но в ряде стран, к примеру, в Турции, мы не можем работать без FDA. А в Бразилии очень мягкое регулирование, оно носит исключительно уведомительный характер. То есть клиника пишет информацию в Минздрав, что мы используем такое-то решение для поддержки врачебных решений. Все. Никакие дополнительные регистрации на бразильском рынке не нужно, поэтому мы, в общем, там сейчас достаточно активно работаем и имеем хорошую уже партнерскую сеть центров. Ну, то есть вы в Бразилии уже, получается, тоже имеете статус какого-то медицинского изделия? Вы как-то регистрируетесь? Нет, там не нужно регистрироваться. Мы просто по уведомительному характеру, мы как компания имеем право поставлять свое решение в клинике. Ничего себе. То есть там еще более лояльно, чем вообще везде? Ну, да. Наверное. Так, у меня еще вопрос. А Европа? Это вот, что в Европе у вас? И в США? Ну, это какие-то... В США мы пока не трогаем, потому что в США решается... Я на слайде видел там где-то. Мы планируем сейчас делать там предклинику и FDA получать, но пока вопрос состоит, как конкретно мы его будем получать. А как отличается регуляторика вообще в таком случае? Это США, наверное, традиционно самая такая серьезная. Там есть два варианта. Это либо soft as hard, либо de novo. Значит, soft as hard — это не проблема, 100 дней, но возникает вопрос... Подробнее, пожалуйста. Soft as hard есть, собственно говоря, это процедура, аналогичная тому, что у нас делается в России. Подается свидетельство с предклиникой, там не нужно масштабных клинических исследований по функционалу системы, по ее результатам, и получается на нее свидетельство на программное обеспечение, как на, к примеру, медицинское оборудование. Но с ограничением, опять же, что это только, к примеру, СППВР. То есть, да, только система поддержки врачебного решения, никаким образом, как самостоятельное, отдельно стоящее решение, она использоваться не может. Если проходить более длинную процедуру, но она, во-первых, очень дорогая, во-вторых, она занимает 3 года, и неизвестно, где к этому времени будет рынок, то тогда можно получать полноценный FDA на отдельно стоящую систему, которая как бы может работать без рентгенолога. Какие есть еще системы? Я знаю, что сейчас идут к клин-исследования, и, ну, потому что там, естественно, уже нужно клинические исследования полноценные проводить для получения, для прохождения по процедуре de novo. Знаю, что исследования есть, таких из нашего класса решений, насколько я знаю, никто не получал. Потому что вообще исторически сложилось так, что в этом классе решений самые популярные и известные — это израильский файл. Это Зебрамед, ВИЗ, в том числе некоторые компании, насколько я знаю, в России частично используют их модели. Хорошо, а почему все-таки на российский рынок, несмотря на то, что вы российская компания, да, вот там нет ни одного НМИЦа в портфеле, там, чтобы мы такие, хоп, могли звонить нашим рентгенологам и спросить, как там у вас опыт?
применения. Это же, мне кажется, ну, так достаточно динамично развивающийся в России рынок, там выделяются какие-то деньги на сами. Мы вели себя очень осторожно в плане любой коммерциализации выхода в открытые пилоты, пока не были уверены в качестве своей модели. Фактически мы коммерциализацию адекватную начали 8 месяцев назад. Поэтому мы, собственно говоря, вот лежим в сторону намитцев сейчас. Ну, вы вот пришли, да, видимо. Да. Ползли, пришли. Хорошо. Ну, в общем, чего, я хотел только сказать, вот по нашему опыту, мы в нашем институте проводили интересный кейс, это в рамках клинического исследования пересматривали компьютерную томограмму, выполненную в других центрах, и делали свою экспертизу. И вот здесь, мне кажется, такая точка приложения интересная для применения искусственного интеллекта, потому что там так или иначе есть сравнение. Ну, то есть, у меня есть базовое исследование, смотрит человек, он говорит, что там, и можно попробовать запустить также параллельно искусственный интеллект. И что искусственный интеллект покажет. Да. Вот, может быть, в таком ключе можно попробовать. Это стандартный пилот. Может, попробуем протестировать, потому что наш исследовательский центр, он остается, так сказать, в лидерах по ряду направлений. И было бы здорово попробовать такую историю. У нас, между прочим, большое количество исследований с мировыми компаниями есть. Можем с ними тоже обсудить. И вот, наверное, было бы классно, чтобы мы протестировали этот продукт, потом взяли, там, через 3-4 месяца вышли в эфир и рассказали, как от слова к делу, например. А вопрос, сколько внедряется вот такая система, например, в клинику? Ну, с нуля процесс где-то занимает, ну, порядка где-то 2 месяцев, это если с нормальной интеграцией. Ну, то есть мы подключаем IT... Сторона нас в центре самого открывает нам специальный шлюз, чтобы мы могли данные из ПАКСа забирать и в него возвращать. Мы просто возвращаем дополнительную серию. В пилотах, как правило, интеграция не делается. Проще отгрузить там в 1000 штук этот датасет без разметки. Мы его выгружаем просто элементарно из папки деперсонализированной, забираем и уже на своих мощностях проводим анализ. Поэтому пилотные проекты, там их можно упаковать в пределах 2 месяцев. А тут нам все-таки по пилотному проекту в любом случае, да, делать там же самое? Ну да, зачем просто делать интеграции на пилотах, это очень... А насколько дорогостоящий проект вообще, ну вот внедрение сам по себе, там же тоже технически? Допустим, хочет клиника какая-то внедрить эту систему, они на подготовку должны что-то запланировать, какие-то финансы? Ну, прям настолько... ну не прям, что, но если делать интеграцию, это единоразовая, да, там, история, которая должна быть выполнена, она может стоить там от 500 тысяч до 1,5 миллиона, в зависимости от того, что мы интегрируем. Самая дорогая интеграция у нас была на Ямале, но там мы интегрировались на уровне региона с рисами. Вот, так в среднем единовременная интеграция. Ну, вот по нашему опыту, если это там 2-3 аппарата КТ в центре, где-то порядка там 500 тысяч рублей. И как эти 500 тысяч рублей потом окупаются? Ну, то есть за счет чего? У вас есть бизнес-модель? Да, конечно, у нас есть бизнес-модель. Мы дальше же берем деньги фактически только за обработку самого исследования. В зависимости от того, как центр хочет. Бывают частные клиники, которые говорят, вы нам обработаете, отвалидируете сразу врачом, к примеру. Мы возвращаем им исследование, обработанное и валидированное врачом. Кто-то говорит, нет, нам так не надо, нам дайте только разметку обратно с искусственным интеллектом, а мы дальше сами разберемся. Да? То есть, соответственно, от этого идет базовая цена обработки одного исследования, но, как правило, все это там за одно исследование остается в пределах там, ну, здесь, наверное, конкуренты, в общем, в пределах 500 рублей. Ага, ну то есть получается, что все равно с точки зрения денег дешевле, да, первичная экспертиза, чем вообще человек. То есть вот в этом, наверное, опять мы возвращаемся, все-таки искусственный интеллект, несмотря на то, что он экзо, но он все-таки, как это, либо допом, либо в противовес. Я так и не понял, честно. Нет, ну он скорее допом, потому что если мы возьмем полностью автоматический режим, да, то там цена она в разы отличается за обработку одного исследования. Ну ладно, мы по большому счету собрались для того, чтобы понять, насколько вообще вот эти все новые технологии могут помогать выявлять раньше там, заболевания у людей.
Да, да. Эти все экономические аспекты, они для врачей, конечно, менее, скажем, значимы. А представление о том, насколько вот эти продукты экзоинтеллекта или искусственного интеллекта помогают, я надеюсь, что у нас в ближайшее время получится попробовать испытать и дать свое какое-то независимое мнение. И причем я уверен, что большое количество есть и других медицинских организаций, которые взяли бы, ну, в тестовом формате, тем более, раз у вас есть уже какой-то такой накопленный интересный опыт. Ну, коллеги, я предлагаю нам наш сегодняшний вебинар считать таким по основным вопросам законченным. Лев Николаевич, заключительное слово. Я могу заключительное слово такое очень пространное, на самом деле, минут на 15-20 сделать, если у нас есть для этого время. Да, но, во-первых, хочется сказать, что Юлия Александровна, она говорит совершенно правильные вещи. Я могу их привести на клинических конкретных примерах, да. Вот, когда она говорит о том, что сейчас большая нагрузка на рентгенолога идет, да, я действительно сталкиваюсь. То есть рентгенолог с региона мне звонит и говорит, что у меня за смену суточную было 200 компьютерных томографий в 24 часа. То есть даже сканер не может все эти 200 исследований сделать. То есть он пишет из двух различных сканеров, пишет КТ. Может ли он ошибиться при этом? Да, конечно, может. Даже, ну вот, если мы говорим о том, что, в общем-то, выявление интерстициальных изменений в легких, ничего, ну, сложного нету. Его может делать не только рентгенолог или другой специальности врач. Его может делать и не профессионал. Если его посадить за, ну, показать ему 10 компьютерных томографий, наверняка он на 11 начнет уже выявлять интерстициальные изменения, да, и, четко на них показывать. Но когда большая нагрузка идет, безусловно, врач может пропускать даже какие-то грубые изменения, грубые вещи, которые он не пропустил бы, когда речь идет о, ну, как бы о нормальной, спокойной работе. Второй момент, да, о профессионализме и о пропуске какой-то онкологической патологии, да, тоже приведу определенный клинический пример. Знакомая врач, которая работала все время на МРТ, перешла работать на компьютерный томограф, ну, в силу каких-то определенных организационных проблем и причин. Вот. И она периодически присылает мне исследования, ну, с целью там посмотри, скажи, что ты считаешь по этому поводу. Так вот, это городская больница. Даже в ней, ну, казалось бы, там Санкт-Петербург, да, то есть, ну, как бы мы должны видеть все хорошо. В этой городской больнице я вижу пропуски метастазов, пропуски первичных опухолей легкого, пропуски опухолей других локализаций, то есть зона сканирования, например, попадает печень, почки, да, никто про на них не кости, да, никто на них не щитовидная железа, никто не обращает внимания, никто про них ничего не говорит. Вот. В этом плане я, безусловно, вижу какие-то плюсы в работе искусственного интеллекта. Я понимаю, что по большому счету, что делает, ну, программа, которую нам показали. Да, она первая выявляет изменения, говорит, что изменения в данном сегменте, в данном отделе легкого есть. Вторую она их примерно пытается разложить на, ну, некие группы. То есть это интерстициальные изменения, это очаги, это, допустим, ретикулярные изменения. Вот. Даже в этой ситуации я вижу пользу в этой программе, да. То есть, ну, если врач в городской больнице при спокойной работе пропускает метастаз в легкого, причем это, ну, как бы, даже может быть не молодой, а довольно, ну, вроде бы со стажем врач, наверное, есть смысл устанавливать в этой больнице эту программу, да, для того, чтобы такие пропуски нивелировать и, ну, как минимум, обратить внимание этого врача на то, что ты смотри на то, что ты видишь, и на то, что ты пишешь. Вот. Безусловно, в этом вопросе есть нюансы. Да, у меня был такой некий каверзный вопрос по поводу того, мерит ли программа объем интерстициальных изменений. Да, вот Юлия Александровна сказала, что мерит. Смотрите, о чем я говорю. Ну, на самом деле, только-только появился ковид, да, ну, тоже к нам приставали клиницисты, да, реаниматологи, например, и просили, чтобы мы указали объем поражения паренхимы легких. Вот. Им на глазок примерно меряешь и говоришь, ну, наверное, здесь столько. Они говорят, вы что, дураки? Не может быть такого объема поражений легких, человек бы уже давно бы умер. И реально, когда начинаешь мерить эти объемы автоматически, да, с помощью программы измерения объема, понимаешь, что то, что все на пальцах меряют, и к то, чему привыкли клиницисты, оно как минимум увеличивается раза в два. То есть там, где говорят 15% поражения, там реально 7% поражения легких. Более того, как оказалось, скажем так, более выгодно лечить пациентов с КТ-2 и КТ-3, чем пациентов с КТ-1. И в этом плане, то, возможно, иногда рентгенологи, они тоже, ну, как бы, идут в сторону завышения, да, потому что, ну, как бы, на них давит заведующий администрации и так далее. Вот, и здесь, ну, тоже вопрос, как это все будет, ну, насколько с этими тонкостями будет справляться искусственный интеллект.
Ну вот. Четвертый момент, да, то, что вот Артем Николаевич обсуждал, насколько это применимо в МИДС. В принципе, я не вижу смысла в нашем учреждении, да, в программе, которая будет говорить, что мы видим вот такие изменения, и будет делить их только на интерстициальные, очаговые и ретикулярные, да, по той причине, что, ну, с этим прекрасно справляются врачи. Основной вопрос, который к нам стоит, это вопрос дифференциальной диагностики. Тут я, ну, пока не увидел, что программа может справиться с тем, чтобы сказать, какие интерстициальные изменения мы видим, что это такое. Это застойные изменения в легких или отек легких, это ковид, это интерстициальные заболевания легких, системные какие-то, да. То есть, ну, я пока, ну, не понимаю и не уверен, что программа с этим справится. Но даже у нас я вижу некий, ну, плюс, который мы можем от этой программы получить. Например, у нас торакальное отделение, оно очень активно занимается метастазэктомиями. И она постоянно от нас требует: маркируйте нам все метастазы. Предположим, когда этих метастазов 80, да, в одном легком, и мы знаем, что человек идет, ну, что здесь речь идет о метастазэктомии, но нам надо все эти 80 метастазов найти, в трех плоскостях их показать, да, я представляю, сколько на это времени будет тратить врач. Минимум час, наверное, у него уйдет на то, чтобы сделать все картинки по... потому что хочет торакальный хирург. Если здесь эта программа будет справляться с этим, и мы не будем выполнять эту работу, безусловно, наверное, это интересно и это важно. Вот. Ну вот, наверное, вот такие вот у меня комментарии я хотел сказать и дать. Спасибо за комментарии, очень важные. Мы, собственно говоря, поэтому и обозначили темой вебинара, да, все-таки больше первичное звено, потому что в плановой медицине, ну вот мы сейчас даже обсуждаем КТ головного мозга, и там, с некоторыми неврологами нашими тоже в Петербурге разговаривали, я говорю, как у вас аспект считается? Ну как, он считается, когда его и есть на смене тот, кто умеет его считать, ну а так, ну как-то. То есть как раз наша система направлена на то, чтобы нивелировать, во-первых, повышенную загрузку на врача, с одной стороны, с другой стороны, максимально ему помочь в плане какой-то экспертизы, если у нее по разным причинам недостаточно, вплоть до того, что мы сейчас смотрим возможности использования нашего решения для обучения врачей на уровне медицинских вузов. Ну, я все равно буду продолжать, так сказать, завершать. Мы с вами живем в очень интересное время. Каждый год появляются какие-то такие прорывные технологии, и они постоянно обещают светлое, прям, не знаю, будущее. И то же самое в лекарственной терапии появляются блокбастеры, которые, кажется, вот-вот изменят все в терапии. То же самое в диагностике. Но пока в целом ситуация остается такой стабильной. Да, поэтому, думаю, без лишних каких-то восторгов, да, но с интересом мы примем участие в апробации вашего продукта, да, и уже так более трезво, более опытно мы сможем сказать, что действительно в чем это помогает, а в чем не помогает. Потому что вот участвую часто в всяких семинарах по искусственному интеллекту, в основном, конечно, риторика такая праздничная. Да, она праздничная, возвышенная, такая. В преддверии Нового года, может быть, это и нормально, но мы все-таки, самая основная задача какая, найти интересные, полезные инструменты для того, чтобы нашим пациентам было лучше. Поэтому, если ваш продукт поможет, мы приложим все усилия, чтобы об этом узнали все наши коллеги и пациентские организации, и вам будет хорошо. Если он не поможет, значит, это просто как хайповая тема. Да. Коллеги, друзья, мы на этом заканчиваем. У нас скоро будет очередной вебинар по цифровой онкологии. Там тоже очень интересный отечественный продукт, который получил британскую премию. Поэтому следите за анонсами. Здесь мы простыми словами рассказываем о сложных цифровых технологиях. До свидания. До свидания. До свидания.